Вы знаете, мне приходится ездить очень много по стране и сталкиваться вот со всеми книготорговыми мероприятиями. И я должен сказать, что я ничего подобного в нашей стране нигде не видел. А здесь именно для читателей это все сделано. Люди могут ходить, могут смотреть на эти книги, могут встречаться с писателями. Тут может быть такое живое и естественное общение. Почему вы решили посетить книжную аллею? Хотелось найти что-нибудь такое, чего не встретишь в магазинах. Такой хороший, компактный подбор книжек и тем. Хочется, чтобы дети читали интересные, умные, красивые книги. Пускай у нас сейчас век, так сказать, новых технологий интернета, все-таки книга – это намного душевней. И хочется прилистывать страницы, прилистывать историю, попадаешь туда. Это более захватывает. Все отлично, все понятно, погода хорошая, настроение прекрасное. Много людей, что тут, есть как пообщаться. Множество книг, различных писателей. Скажите, пожалуйста, о сборнике, который вы сегодня представляли. Сборник называется «Тысяча лет от Владимира Святого в судьбах России, Украины, Белоруссии». Там присутствуют и стихи, баллады, рассказы, повести, эссе. Это скорее то, как мы помним, то, как мы исполняем тот... И как мы идем по тому пути, который нам начертал князь Владимир. Главное, что идея, понимаете, вот идея, это же замечательно, когда и литераторы могут выступить. Это живет, это дышит.